Актюбинскими строителями уже в этом году завершено строительство важных для экономики области объектов. Цех по выпуску пенополистирол-бетонных блоков, тепличный комплекс, третий Женажольский ГНПЗ, помещение для крупнорогатого скота, жилые дома и детские сады. В общем, представители какой еще профессии могут похвастаться тем, что их творения живут веками? Профессия где-то техническая, временами творческая. В каждый объект строители вкладывают не только силы, но и душу. Последние годы строительная отрасль развивалась активными темпами, из года в год росли объемы выполняемых строительных работ. Конечно же, негативные тенденции мирового экономического кризиса отражаются на деятельности строительных компаний в настоящее время. Однако, как вы знаете, правительством предпринимаются значительные меры по смягчению их последствий. Утверждена государственная программа «Нурлыжол», в рамках которой осуществляется реализация крупных инвестиционных проектов в нашей области. Я хотел бы сказать, именно этой программой предусматривается выделение значительных финансовых средств с национального фонда. То, что накапливалось годами и в такие трудные моменты в экономике, они как раз сейчас и работают на благо людей, на благо экономики. В последние годы, реализуя государственную программу развития жилищного строительства, сооружая крупные промышленные предприятия, вошедшие в республиканский список, список прорывных проектов, строительная отрасль приобрела второе дыхание. Сегодня в регионе в этой сфере успешно работают 10 тысяч человек. В среднем заработная плата строителей в Актюбе сейчас составляет 106 тысяч тенге. Те, кто помогает областному центру развиваться, хотели бы, чтобы государство все же больше финансировало данную отрасль. Тормозит работу отсутствие финансирования, которое было в прошлые годы. Вот это тормозит работу. А тендер... Предприятие, которое обладает большим опытом, например, наше предприятие, оно в 58 году основано, поэтому нам как-то мы спокойно с этим справляемся. Самое главное сейчас это сохранить вот в условиях, в общем-то, такой нестабильной финансовой ситуации, когда сокращаются, режутся все программы, кроме социальных. Самое главное сохранить коллектив, самое главное обеспечить полноту уплаты налогов, самое главное выдавать людям зарплату. Представители власти сегодня вручили лучшим профессионалам почетные грамоты, благодарственные письма и нагрудные знаки. Лиза Сакиева, Алимжан Молдабеков, программа «Факт».